Всем привет-привет! Вы на канале Wood GSN, канале, на котором каждый день вас ждут свежие обзоры на все, что появляется в нашей игре и не только. Поэтому, если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а в этом видео мы с вами покрутим рулетку на лесную ведьму. Сама тачка очень крутая, действительно интересная на 7-м левеле, может бодаться против восьмерок, обладает довольно неплохой броней, хотя серые зоны присутствуют, как и в любых других танках. И понятное дело, что это не какой-то уничтожитель или тот же самый крушитель, но я бы сказал, что не намного хуже. По фану и веселью на данной машине можно действительно классно покататься, получить массу позитивных эмоций. Обладает очень крутым орудием на 4 снаряда с системой дозарядки, причем система дозарядки настолько хороша, что вы никогда не будете с пустыми руками, вас всегда будут встречать ваши соперники с наличием у вас соответствующего снаряда для того, чтобы в них отбросить. Причем стоит отметить, что здесь довольно классное время перезарядки между снарядами. Здесь, грубо говоря, там 2,5 секунды, 2,6. Плюс к тому есть резервный снаряд, он последним отбрасывается, но желательно его использовать только тогда, когда вы хотите кого-то добрать. Плюс к тому машина обладает аварийной гусеницей, то есть если вдруг вам каточек собьют, то, соответственно, вы можете откатиться назад, и это очень часто помогает выжить в боях. Стоит также отметить, что за каждый выстрел вы накидываете по 240 единиц урона, что в целом очень круто, потому что за даже 2 снаряда вы забираете сразу 480 хп, и это, ребят, на 7 уровне. Ну и потом у вас есть еще 2 снаряда настолько же, либо можете их дозарядить, и опять полный барабан. Короче говоря, для любителей машин с системой дозарядки, ну прям идеальная тачка. Есть маленький минус, который меня поначалу смущал, это угол склонения орудия вниз -6, но когда к нему привыкаешь, то особого внимания не обращаешь. Плюс к тому стоит отметить, что маневренность и подвижность данной машины, с учетом того, что это тяжелый танк, вроде бы может смущать, но в боях вполне достаточно для того, чтобы нормально и качественно отыгрывать и быть полезным своей команде. В отношении стоимости рулетки могу сказать следующее. Понятное дело, что 20 278, а это стоимость 13 прокрутов данной рулетки, сам танк, безусловно, не стоит. Но здесь есть еще контейнеры, плохая компания, из которых, возможно, вам что-нибудь выпадет. Плюс появился новый вот такой контейнер, который называется бурлящий котел. И данный контейнер по содержанию напоминает тот же самый собери их все. И стоит отметить, что шансы выпадения танков не так уж и велики. 0,07 на низкоуровневые машины по сравнению с другими, я имею в виду пятерки и шестерки, здесь шанс увеличивается до 0,14. Но все равно, согласитесь, это маловато. Ну а вот с вероятностью целых 33,3% вы заберете себе какой-то из бустеров или несколько бустеров, плюс свободный опыт однозначно будете забирать по 666 единиц, что, кстати, тоже символично. Короче говоря, ребят, чисто хэллоуиновская вот такая вот движуха, которой грех не воспользоваться, плюс к тому есть 2 обвеса, которые я считаю одними из лучших обвесов в нашей игре, но разработчики не могли не порадовать нас анимированным аватаром, фоном профиля, внешним видом, тоже хэллоуинской тематики, но подходящей на любые танки, плюс X5 в количестве 13 штук. Кстати, ребят, цифра 13, она просто постоянно где-то мелькает. Вот, допустим, по стоимости, если видите, 13,66 идет прям до самого конца, кроме последних 3 прокрутов. Здесь ребята могли бы написать, не знаю, там 3113, но решили написать 3110, наверное, для того, чтобы сэкономить наше золото. Ну что, давайте посмотрим теперь на шансы. Шанс выпадения машины 0,33, хотя лучше бы поставили 6,66, было бы более символично, да и шансы были бы получше. Контейнер плохая компания с вероятностью целых 28%. Ну, все остальное видите или можете посмотреть в своей рулетке, если она у вас появилась, а я думаю, что она появилась у всех игроков. Поехали крутить, я кручу на твинковом аккаунте, потому что лесная ведьма у меня с самого начала ее появления игры есть на основном аккаунте, я ее в свое время получил, и первым получаем контейнер плохая компания. Будет танк или нет? Ну, давай, порадуй меня, порадуй меня. Нет, ребят, не будет, и здесь у меня только первый талисман на золото, коих надо очень много. Забираем награду 666, вот так вот сразу с 13 на 666. Ребята-разработчики решили сделать скачок огромный просто, размером с пропасть между первым и вторым прокрутом по стоимости. Здесь забираем еще один контейнер, плохая компания, из которого получаем, скорее всего, те же самые награды, которые в предыдущем конте. Даже немножко похуже дало. Забираем.
И еще один прокрут на 666. Если я правильно помню, то 666 и последующие прокруты, касающиеся тематики Хэллоуина по стоимости, они все идут по 3 прокрута одинаковых. Ну, давай дальше. В целом, лесная ведьма, если вы ее заберете... Вот она! Вот она, лесная ведьма, блин! Ну ни черта себе! Вот вам магия твинкового аккаунта, на котором я не играю. Я его использую исключительно для того, чтобы быть главой клана GSN Go Up и для того, чтобы снимать видео на те рулетки, на которые не хочу тратить голду на основе, потому что награда главная у меня присутствует на основном аккаунте. 1113. Ну не вижу смысла, ребят, дальше крутить рил. Зачем мне тратить золото на контейнеры «Плохая компания» или на тот же самый «Бурлящий котел»? Хотя было бы интересно. Слушайте, 45%, давайте крутнем до бурлящего котла, так уж и быть, потратим золото. Все-таки контейнер новый, хотелось бы его попробовать. Ну, давай, нет, не дает, давай еще раз. Не знаю, зачем это делаю, тупо голду сливаю. Но делаю это ради вас, ребят, поставьте лайк данному видео, если вам не сложно. Я не понимаю, почему я забираю те награды, которые имеют меньший шанс выпадения. Вот сейчас точно должен упасть бурлящий котел. Давай, бурлящий котел мне. Я слил, блин, дофигища голды на тебя. Ну, наконец-то. Хотя бы один откроем. Ну что, смотрим, будет еще один танк или нет. Нет, ребят, вот он, бурлящий котел. 13 бустеров и 666 свободки. Короче говоря, сомневаюсь, что имеет смысл гоняться именно за этими контейнерами. Уже жалею о том, что кучу золота потратил. Но, повторюсь еще раз, сделал это для того, чтобы вы увидели все таким, какое оно есть на самом деле. И да, мне здесь повезло. Не могу сказать, что так будет вести всем. Как вы видите, на данном аккаунте у меня всего 569 боев. Стата, кстати, неплохая, но это, скорее всего, потому что на низкоуровневых машинах играл. Понятное дело, потом опустится до своих законных, моих 53-55%. И, скорее всего, там и останется. Лесная ведьма. Вот она, красавица. Стоит теперь в ангаре, ждет своего часа, чтобы я на этом аккаунте поиграл, повеселился. Если вы не хотите попасть на голду, то лучше дождитесь продажи подобных танков в магазине для того, чтобы гарантом машину купить за конкретный фиксированный ценник, ну и, соответственно, радоваться и веселиться тому, что точно тачка у вас есть. Ну а за 20 278, я думаю, крутить данную рулетку до конца будут исключительно коллекционеры. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока!